Всем привет! Пришли новые коральчики. Сейчас буду их переводить, уравнивать температуру, переводить на свою водичку и расклеивать по аквариуму. Так, ну не раз я показывал уже, как переводить кораллы, да, как адаптировать, как приклеивать, поэтому всю эту процедуру снова я показывать не буду, а уже покажу их в аквариуме, когда они откроются.